В Ярославле все-таки может появиться третий мост через Волгу. Интерес к его строительству проявили сразу две китайские корпорации. В среду с их представителями встретился председатель областного правительства Александр Князьков. Компании из КНР готовы рассматривать вопрос частичного финансирования проекта и непосредственного участия в строительстве. Китайцев интересовало не только местоположение моста, говорили об объеме средств, которые могут выделить области федерации. Пока это лишь первые переговоры. Александр Князьков отметил, что правительство готово выстраивать максимально эффективное взаимодействие с инвесторами для реализации проекта. Идеи строительства третьего моста через Волгу уже не один год. Его возведение было предусмотрено еще в генплане 2006 года. Мост должен связать Заволжские и Фрунзенские районы. Все упирается в деньги. Строительство потребует миллиардных затрат. Таких средств ни в областном, ни тем более городском бюджете просто нет.